сейчас эту камеру сломаю. Слышите? Камеру убери, эй, ебень. Эту камеру убери, я тебе говорю, эй, чё? Убери камеру, эй. Эй, это ворот, типа, убери камеру, эй. Ты демоник, ты не дойдёшь, понял? Чё, как? Я тебе говорю. Опять угрожаешь? Да, да, угрожаю ещё раз. Ты сейчас сам уедешь. Если бы на день месяц, на день не был бы, наверное, с собой. Но он не вышел бы отсюда. Я бы убегал, он не вышел бы, он не снимал. Поняли, полицейские, вы мешаете работать, говорят. Просто ты, наверное, не мы, наверное, вы. Я? С охраной месяц. Нет, я не мешаю, я помогаю. Они мне все время спасибо говорят. Спасибо, что нашли. Сочные продукты выполнили за нас нашу работу. Нет, это хорошая работа. Работа полезная, да. Тем более детский питанник. Да. Ну и вот такой он. Со спины. Сегодня там тоже на Старкинском районе тоже? Да. Такой же магазин? Пятерочка. Ну там не было вот такого вот, такой дичи, я бы сказал. Серьезно, охрана смотрит. Нет, там просто знакомые уже все, знаю. А здесь вот. Эй, это ворот, типа, убери камеру, эй! Убей. Эй, теперь руками, руками не можешь работать, сила не можешь работать, нет, да? Нет, нет. Жопой работай. Как жопой. Ты, что ли? Нет, нет. Я тоже. А, я выключил, да, как раз нормально. Мы такой не снимаем. Где подкрепление? Ты, надо же скрутить негодяй. Но ведь видели, как меня вчера ночью крутили? Днем нет? Не видели? Выходной. Ну как так? А как раз надо было посмотреть. Да майоришка один. Майор? Да, ну не здесь, нет, не здесь. Вот я думаю, их надо было скрутить сейчас уже давно. Я прям недоволен вот чуть-чуть вами. И, конечно, вы меня защищаете. Не, ну и крутить, да. Ну пора уже. Поеду. Мы просто сейчас не требуем, чтобы они с нами проследовали. Как группа, приедете или поверьте? Если будут неповиновения оказываться, то да, тогда будем крутить. Вам для блога, вам для работы, вы понимаете, мы вам что, мешаем? Мешаете. Чем? Вы мешаете, сама атмосфера. Вот такая. Атмосфера просроченных продуктов. Больше двух миллионов. Это физически невозможно. Вам делать нечего, смотрите. Да, мы тут. Вождя не забили, да. Пол хлеба не испекли. Что-то не полиция, можно? Там вот ходит два человека. Встретим его. Да там и ребенок может быть. Все, исчез. Подбирается понемножку. Я правда делаю с этим подкреплением. Да какое подкрепление? Зачем вам подкрепление? А вы будете увозить его, нет? Конечно. Ну, что вы не увозите? Сейчас есть оперативная группа. А, вот и... здесь просто их? Да. Увезли бы этих двух дебоширов. Подождать. Я думаю, все у меня уже. Сейчас вдруг подъедет. То вдруг еще какие-нибудь двое. Ну, в принципе, я согласен, конечно. Зачем вам искать, да? Смотрите, смотрите, справа. Помеха справа. Видите, подбирается. Какой воды? Не трогайте полицейского, чем? Не надо ко мне идти. Странные телодвижения. Себастьян, сделай чемодан. Спускай. Сейчас у меня плюнут. Пускай. Пускай. Кинуть может. Накапливает, наверное, мочу. Слушай, это хулиганство еще у нас. На что еще способен, а? 1000 рублей пусть пишут. А, только на это способен, да? Я? Только на это. Давай посмотрим на что. Ни на что ты вообще не способен, понял? Плюнул, как в то, как верблюд плюнул. Эй, все. Не я не провоцирую. Эй, он на меня тут плюется, как баба.
Шлюха не подзаборная. Ага. В зеркало посмотри сначала, а. Сила, не можешь работать? Не бу... Да, а мозги у тебя есть мозги? Мозги у тебя есть вообще, а? Да-да. Есть мозги? Да. Отправляйся к себе. Скажи ему, что... К ишакам. Ну вот это... А скажи, а то он получит сейчас. Да-да, получу, конечно. Сначала ты получишь. Сделаю тебя звездой, обещаю. Звездой тебя уже сделаю, обещаю. Молодец. Отложу все остальные публикации. Посторонний? Он говорит, что посторонний. А, у них все время посторонний такой. Автоматически стал посторонний. Что, не заблевал? Объектив нормально, так что. Ну, только взбодрение. Он инфекцию какую-нибудь может занести такой вот этой ерундой. Не, ну сейчас нормально. Я попал. Просто сейчас полиция приехала. Давай. Достаточно где-то. Да. Директор магазина. Ага. Все, мы того ОВД задержим. Да, но не забудьте задержать их до суда. Вы заметили, что было 20.1, нецензурная брань, оскорбление, угрозы, правильно все это? Явное неуважение к обществу выражало, да? То есть до суда задержите, надеюсь. Вот, все. Я приеду в отдел, напишу вам заявление. А вот, может, сразу, да, по поводу просрочки. Все. Да, вы уже как у нас, нормально себя чувствуете? В плане? Ну, в плане общения. Будет спокойно, 25.821. Мы с вами уже общались ранее. Да. Помнишь, наверное? Да. Помню. Все, мои друзья, задержали. Да. Повел хулиганство, они в отделении, будет протокол составлен. Хорошо, спасибо. Давай позор, не ходите с ним. Волхуй, не ходите с ним. Не надо, врага цвета. Так что если заявление на них еще будете писать, приезжайте в ОВД, они будут в ОВД задержаны. Хорошо. Все, они там, если дополнительно за них заявление хотите, хорошо. Там оскорбляли что-то. Хорошо, я передам. Все, передайте. Спасибо вам большое. Пожалуйста. За рулем сидит, блядь. Знаете, больше ты не веришь. Так и будет. Какие просроченные продукты? То есть вам по просрочке вы приехали, так сказали? Нет, мы. Мне сказали, то, что здесь просроченные продукты. Есть такое, да? Да, но о том, что кто-то вас там подал, я не знаю. Понятно. Скажите, какой продукт вы купили? Ячеечки, да, у нас? Ячеечки? Да, камера хранения. А просто... Вы уже оплатили, правильно? Конечно, да. Питанцы. Как всегда, да. Все. Ну, что, пойдемте туда? Давайте. Пойдемте. Можете проконсультироваться с предыдущим участковым, который оформлял пятерочку вот рядышком, Строгинский 1. Вроде так неплохо все пошло потом. Поддержки собирается. А я надеялся, что будет больше. Думал, поможете. Ну, гражданам. Как? Думали больше? Да. Я бы только начал. Напали, поэтому пришлось вызвать срочно. Ну, вы сначала это выявили. Срочно вы это оплатили, потом вышли сюда и вызвали. В прошлый раз там были тортики, еще что-то. Это красиво. Хотите, найду для вас лично. Хотите тортик, найду. По заказу прям отработаю полиции, принесу тортик в отдел полиции. Да. Почему даже? Обычное дело. Ну, это так, мимолетом. С детьми пускай будет. Давайте тогда. Давайте, куда-нибудь. Выбирайте себе место. Там столько есть. Там администратора? Да. Пока поизучаем.
странно. Ни печати, ни прошито, ни дат, ничего нет. 2 января 2019 года, свежачок. Ой, а много слов написали уже, молодцы какие. Неравнодушные граждане, оказывается, у нас. Грубое обслуживание. Бегают тараканы по репчатому луку. В зале тараканы ползают по овощам. Охранники грубят. Кассиры некомпетентны. Хамят в магазине грязь, замечания не реагируют. Тараканы. Тут что-то тараканов много очень. Тараканы в зале. Да что ж такое? Я прошу данный товар изъять, да? Оставить на ответственное хранение или в себе, не знаю. Но не надо его портить, потому что я также прошу направить на экспертизу. Если они его изымут из продажи и с понятыми вы опишите, они... утилизируют, они нарушат целостность упаковки, не надо, так что его нельзя будет... Нет. Тогда Роспотребнадзор приедет, и мне ничего будет проверять все. А так Роспотребнадзор должен проверять. Товар здесь. Чеки там, заявление там. Мы вам нужны еще? Или уже вы без нас справитесь, я это чувствую, да? Изымите все. Я, моя подпись не нужна, заявление есть, чеки отдал. Так, ваше, да. Ну, то заявление, которое вы... Я отдам полиции сам, да? Конечно. Все. Надеюсь, сегодня будет знаковый день, и Строгино нас начнут оформлять просрочку. Что настанет? Начнут оформлять просрочку, чтобы ее больше не было. Понятно. Только в следующий раз, когда будет, все-таки, на самом деле, вот эти вот детские продукты питания, постарайтесь их более выявлять. Мы тоже боремся, стараемся. Не вижу. Ну, я, по крайней мере, вот в своих магазинах стараюсь. Где? Продуктовый. Ладно, недалеко понял. От Спара. Был в Спаре, там тоже просрочка. Ладно, все, благодарю. Все. До свидания. Здрасте. Здравствуйте. Вы у нас лейтенант старший уже? Да. Помните именно? Ну, да, а что, нельзя? Нет. А кто? Арсентий Владимир Викторович. А документы? Ну, там где-то сзади. Да это на меня со слов запишите. Ну, давай. Ну, как не дать девушке, да? Вот вам вместе с документами, с паспортом. О! Со всеми, видите? Не, это сюда можно. Ну, берите паспорт, я остальное себе заберу. Такой злобный был, подозрительный. Или... Мы выйдем сегодня. А может завтра? Да. Все. Направо, направо. А когда смена заканчивается? 8? 9? Я постараюсь. Это вот она, да? Какой вопрос-то? Кто? У вас. Кому? Ну, к нам подошли, нет? Я к вам подошел? Вроде. Мне показалось. Я это видел лично. Ну ладно, тогда мы пойдем, ладно? Вопросов нет? Нет, а я что, вам смешаю идти? Нет, я поэтому говорю, вопрос есть? Все. Иди. Че? Я просто тебя увидел. Ну да, хорошо. Пока не вспотеешь. Че ты сам говоришь, я не пойму. В чем дело? Нет, не хочу. Нет. Не, вот камеру снимаю, тут хорошее видеонаблюдение у нас наружное. Качество хорошее. Если есть вопросы, подходите сюда. Он побежал, наверное, бедненький к метро. Один из нападавших, первый, синий. Да.